Всем привет! Сегодня будет распаковочка посылочки с сайта AliExpress. Здесь находится ножик-листик. А на днях я получила вот такие вот сережки, тоже с сайта AliExpress. Заказывала я их за 29 центов. Они очень-очень легенькие, на ушах невесомые. Но единственный минус у них в том, что когда я их одела, через час где-то у меня началась аллергия на них. Началось жжение в ушах, я их сняла. Очень долго чесались уши потом. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить, не советую покупать сильно дешевые серьги, потому что начинается аллергия на них. А так очень красивые, симпатичные. Давайте раскроем посылочку. Здесь находится ножик-листик. Я такой ножик видела в обзоре на канале Китай Бугала. И решила тоже его заказать. Уж очень необычно он выглядит. Шел где-то месяц. Стоил 2,40 вроде, точно не помню, ссылка в описании будет. Такой вот коробочки, вот так вот выглядит сам ножик. Будем сувенир или так взять. Он пришел без чехольчика, просто в коробочке, без обозначения, без всякого. Здесь вообще должна была быть надпись, ну здесь такая вот надпись на нем. Сарко. И здесь Силвест. Вот такой вот ножик топорик. Когда его раскладываешь, когда складываешь, получается ножик листик. Давайте проверим, насколько он острый. Здесь так. Ну, по остроте я скажу. Ножик острый, как можете видеть, он режет хорошо, но все-таки ножик птичка острее. Но этот можно взять так с собой, куда что разрубить или что-нибудь перерезать. Очень-очень красивый, как на подарок, как на сувенир подойдет. Здесь такая штучка, как брелок можно использовать. Очень необычно выглядит, когда в собранном виде, как листик. Можно брать с собой сумочку в кошелек. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.